Великих художников столетия Ван Гога, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо мы считаем гениями живописи. Их картины по сей день – эталоны искусства. Молодой художник Даниил Фэй скромно называет себя казанским Пикассо. Он уверен, его имя в скором времени запишут в живые классики 21 века. 22 года. Ровно 22 года я посвятил тому, что вы видите сегодня. Что вы видите сегодня в музеях. Какие работы вы видите? Я считаю себя тем, кто один, который способен просто переписать живопись 20 века и написать новую главу, очень весомую и серьезную в живописи 21 века. В жизни юный художник – обычный студент Казанского госуниверситета. Учится на факультете международных отношений. Вот только друзья у Даниила Фэя необычные. Он не скрывает, что познакомился с ними в клинике для душевнобольных. Теперь они практически не расстаются. Даже на интервью Даниил взял их с собой в качестве живых декораций. Говорит, верные товарищи вдохновляют. Я искренне в своих словах, я искренен с вами, искренен с этими ребятами. Вот. Я совершенно не похож на них. Многие говорят, что я полоумный. Но... Да, я не боюсь сказать об этом в лицо. Да, я болен. Болен гениальностью. И гениальность, она заразна. Даниил Фэй любит удивлять и порой шокировать публику. Не обошлось без эпатажа и в этот раз. Его выставка под названием «Чемоданчик сновидений» состояла всего из одной картины. Посетителей собралось столько, что позавидовал бы сам Пикассо. Вот что значит грамотный пиар. Одна моя картина, выставка «Чемоданчик сновидений». Кто? Кто из вас рискнет объяснить, что такое сон? Сны. Я думаю, сны – это единственное, что нам доставляет свободу. А свободу во всех ее отношениях. Свободу выбора, свободу времени, свободу пространства. Последняя моя фраза такая. Не понимайте, как хотите. Сны должны остаться с нами. Творчество Даниила Фэй поняли не все. То ли и вправду пиар-ход, то ли контракция, но против художника было организовано движение «Даниил Фэй профанация». Активисты назвали его псевдохудожником. Правда, открыто об этом говорить так и не рискнули. Я не знал, что меня ждет. Вот. Но, в принципе, ничуть не разочарован от того, что увидел. Скажем так, когда Микеланджело трудился, там тоже не все оценивали его работы. Я впервые слышала вообще о нем и столкнулась впервые с его работами, так что сейчас нужно перевалиться это или понять. Наверное, его картина – это такая своеобразная новый вид эволюции художественного видения именно в живописи. И может быть это искусство, может быть это много, я думаю, точек зрения, и это первый признак того, что это, наверное, что-то в этом есть. В скором времени казанский Пикассо обещает открытие новой выставки. Видимо, сейчас художник пишет новую картину. Говорит, скоро даже самые ярые недоброжелатели признают в нем гения живописи. Так это или нет, большой вопрос. Одно точно, как пиарщик Даниил Фэй уже состоялся. Я вам покажу, что такое профанация. Вы увидите, что я не надуманная история для телекамер или для газетчиков. Я настоящий, я сам пробился в ящик. Это где-то я слышал такое выражение, это из какой-то песни.